Я приветствую с вами, Финет, и неожиданная игра Black Clover или Черный Клевер. В общем-то, одно и то же. Не знаю, увидел я в рекомендациях эту игру. Я, конечно, не фанат Клевера, я посмотрел в серии 30, может быть, от силы, но что-то решил попробовать, почему бы нет. Графон четкий, и как бы why not. Вышла она недавно. 31 или 25 мая был релиз, не помню. Это, если что, японская версия, есть еще корейская, а также будет глобал версия. Я на нее сделал предрегистрацию, посмотрим, когда она выйдет. Что ж, тут было небольшое обучение. Я его прошел, там ничего интересного. Сейчас же у нас уже сама игра началась. Интересно, так и должно быть, чтобы эти челики были где-то в 10 FPS. Ну ладно. Главное, что я не в 10 FPS. Показывает 30, жалко. Так, у нас какие-то тут задания уже есть. Ничего, конечно же, не понятно. Будем просто следовать, куда нас приведет. Все, что я помню, это... Получается, его зовут Аста, он хочет стать королем магов. И он постоянно орет, как дебил. Вот это я помню. Меня что всегда напрягало, когда я смотрел. Смотрело, конечно, немного, но все же. А, еще он фапает вот на вот эту вот... как его зовут-то? Монашку, короче. Еще и башкой бьется. Ладно, мы это пропустим. Ну, я понял, это такая фишка, что они тут все так... Хотя нет, это нормально, плавно двигается. Ну ладно, пофиг. Короче, идем по миссии. Это его братом вроде как. Ничего не ясно, конечно же. Если буду играть дальше в Global, может быть, я почитаю даже. А так, пока что не вижу смысла. О, видосики можно даже на паузу ставить. Прикольно. Ага, точно. Он же магией не владеет. Все типа в его возрасте вроде умеют магию использовать, а он не может. Что-то такое помнится, да, опа, бочка. Можно лутать, прикольно, 1000 монеток. Так, а камеру нельзя повернуть, как я уже понял, пытаюсь тут что-то. Короче, попуск полнейший, Асту все попускают. Потому что он как Рок Ли в мире Наруто. Тоже не обладает ничем. Так, какое-то задание в награду нам дадут вот этого чела и какую-то СССР карточку. Понимаю, это способность. Эта игра, значит, похожа на 7 смертных грехов, которые я играл вот тоже минут 10, может быть. Но суть ясна. Скиллы в карточках, выбиваешь персонажа, выбиваешь к нему карты. Или не выбиваешь, не знаю. Так, все это мы быстренько проскипиваем, проскипываем. Игра весит, кстати, относительно немного, гига 2, может быть. АПК 900 мегабайт, по-моему, и еще в игре докачка тоже 900 с чем-то. Короче, довольно мало. Может быть, будет больше потом разрастаться, кто знает. Так, ага, это я помню. Тут, как называется, вот это, книжки, короче, распределялись. Ему, по-моему, нифига не досталось. Или досталось, но какая-то с... А, с четырьмя клеверами, вот что такое. Или тремя. Лох. Или с тремя, подождите. Так. Где его? А, у него нету. А, или ему потом достать. Короче, я не помню. Что это? Можно видосики пересмотреть? Да нет, спасибо. Не хватит. Игру можно запустить на ПК только через BlueStacks. Качаете по ссылке, если кому интересно, я оставлю в комментариях.
Если кому интересно, именно на ПК. Качаете BlueStacks, качаете QApp и там уже игру находите. Ну а если на мобилу, то тоже, возможно, оставлю ссылку, не знаю. А, я сейчас же этого побежду, выиграю, победю. Короче, надо говорить, как хотите. И, по-моему, у меня как раз-таки появится эта книжка. Так, у меня вылетел BlueStacks. Благо, мы продолжаем на этом же моменте, на котором у меня вылетело. BlueStacks конченый. Он не выдержит перехода в ОБС и обратно, вот эти все махинации. Просто вылетает. Ну ладно. Так, ну и, собственно, сам геймплей выглядит у нас примерно так. Выбираем скилл, нажимаем на нужного противника и все, и лупашим его. Что это значит, не знаю. Может быть, два хода перезаряжается у меня, это значит. Там двоечка нарисована. Ульта, да? Да, пока что выглядит не очень впечатляюще, но это потому, что Аста ничем не обладает, лох такой. А, так, его попускаю тут. Так. Ну вот, собственно, книжечка его. Трехлистный клевер. И меч. Окей, допустим. Ну ладно, давайте. Все, давай, наваливай, наваливай. Что-то нам тут рассказывают, жаль, я ничего не могу понять. Так, ну, уже поинтереснее выглядит, когда у него меч появился. 8, чего 8? А, это 8 маны, наверное, у меня есть, и это тратится 8 маны на ульту. Ну это катсцена, это не ульта. Наверное, сюжетный персонаж. Хотя, наверное, такой есть и... Ну, в витрине какой-нибудь. Скорее всего. Очень, очень много видосиков. Я не буду все это просматривать. Это я помню, да. Там кулачками стукнули, все дела. Красавцы, красавцы, да. Так, вот награда, собственно. Ну, выглядит прикольная игра. Прикольно. Графончик норм. Опа, СР. Атакер. Зеленый атакер. Думаю, фанатам аниме вообще зайдет конкретно. Ну, давайте, давайте. Match info. Хотя бы что-то на английском есть. Уже можно догадываться. Так, skill, page, passive, active. Ага, пассивки, активки у нас есть. Но это активка. А, хотя не, подождите, что это? О, мне нравится, как оно выглядит. Прикольно так. Имею в виду фон персонажа. Так, прокачки уровня. Окей. Мир. О, чибики какие-то. Ага, я могу так гулять. Интересно. Куда же мне идти? Первая глава, 23%. Ну, наверное, на медведя на это надо идти. Мудохаться. Это можно скипнуть как-то? Нет. Так, отряд составляем. Блин, как же этого чела зовут?
Вообще не помню. Вот я говорю, только одно имя помню. Аста. Все. Больше никого. Так, три волны у нас будет. Аста у нас дефер получается. Красный дефер и зеленый атакер. По цветам тут, наверное, также преимущество есть, как и в БР, как и везде мы привыкли видеть. Так, вот синий цвет. Зеленый сильнее синего. Ну, я сдам. Так, как сказал, так и есть. Преимущество над цветом. Немножко пролагало, но, кстати, неплохая ульта. А это эсеровский перс. Я думаю, у эсеров там еще смачнее будет. Вот было бы на английском, я хотя бы мог понять, какие эффекты у этих скиллов есть. Там стан, вот я смотрю, наложил какой-то, да? Дебафы какие-то. Так, ну. Пока что изи. Грибочки. А, я помню, да, он какого-то воробья призывал из воздуха. Что это? А, парная, наверное, да. Парный ульт. А, вот это прикольно. Да, красиво. То есть можно будет персонажей собирать, которые связаны как-то, чтобы у них парные ульты были. Имба, имба. Так, мы зеленые, так, ну давайте. А нам даже пишут, Грет, Бэт, типа, плохо атаковать. Сейчас за него будет нормально атаковать. Ну давайте сначала убьем вот эту хрень. А потом уж будем гасить этого медведя. Да, ну урон все равно нормальный. Вот бы по One Piece такая же игра была, блин. Должна быть, конечно. Но она вертикально вот так вот. Что мне не очень нравится. Так, с нам дали какие-то камешки для прокачки, скорее всего. А, все, кстати, я еще вспомнил. Тут же есть персонаж с именем Ями. Вот. Получается, я уже знаю два имени. Ями и Аста. Так, опять нам нужно топать. А бегать не умеешь? Нет. Точнее, еще быстрее бегать, чем сейчас. Скипаем. Так, самое интересное, это, конечно же, витрины. Смогу ли я дойти до них сегодня? Потому что я пока видео записываю, у меня время приближается к работе моей. Надеюсь, что успею. Мне витрины интересны. Ой, это еще собирать какие-то растения надо, что за Genshin Impact. Даже вот звездочка похожа, как в Genshin. Так, ладно, идем дальше по заданию. Наверное, меня не отпустят, пока не выполню все вот эти вот стартовые миссии. Вот эту вот хрень. Окей, это меня отпускают, получается, обучаться магии или что такое, я не помню, короче. В город он уходит, в общем. Потом он вступит к черным быкам, или как там зовут, по-моему, черные быки. Так, собственно, витрина. Давайте-ка мне какого-нибудь крутого перса. Так, я вижу, вот это СССР по-любому. Прикольная, кстати, анимация открытия. О, вот это помню, да, прикольный. Дебафер. Синий дебафер. Окей. У нас есть атакеры, есть дефер, а есть дебаферы. Или дебафер это и есть дефер. Это я так уж сам подумал. Кстати, карточка, не персонаж.
Скилл тоже. Еще один. Скилл. Скилл. Опа. Каночка. Эй, подождите. Это СР. Саппорта. Помощник. А, это, подождите, еще один какой-то класс. Или мне кажется. Скилл. Сейчас должен быть перс, да? СР-овский, не? Да, не-не-не. Нет, это... СР. Дефер. Опа. Кто-то крутой. О, вот этого я черта помню. Этого я помню, прикольный чел. Нормально. Еще бы узнать, как его зовут. Напишите в комментариях, профессионалы, как зовут этого чела. Чисто какой-то фрик, помню по аниме, да, угорал с него. Его, по-моему, всегда игнорили там, когда он что-то говорил. Это что-то мне еще дают возможность открыть? Еще такая щедрость. И еще у нас будет ничего себе. Ну давайте, давайте. Карта. Окей. О, вот это я помню. Блин, как же его звали-то, а? Вообще, ладно, все. Не буду даже пытаться узнать, как их зовут. О, это любитель своей сестры мелкой, да. Не помню, как его зовут. Тоже. Опа. А, это... Он выглядел как СССР какой-нибудь. Брутально. Саппорт, короче, какой-то. Вот, собственно, и персонаж, на которого нам повыпадали скиллы. R. О, боже. О, вот это прикольный черт. Псих какой-то. Нормально. Два СССР уже есть. Неплохо, неплохо. Так, куда мне далее нужно сжать? Сюда? Нет. Бля, подождите. Это мне предлагают заменить. А я не хочу, подождите. Как мне оставить? Какую кнопку жать? А ну-ка, сейчас я достану переводчик, чтобы узнать, чтобы я тут не понатыкал, потому что я не хочу менять персонажей. Мне первый нравится как-то более. Больше, чем этот. Ну, короче, подождите, сейчас я переведу. Так, нам предлагают вернуться к первому варианту, либо же сохранить текущий варик. Но, если честно, я даже не знаю, что лучше будет. Тут SR раз. А, это карта, окей. Не, ну тут, в принципе, все одинаково. Просто, блин, я не знаю. Что же лучше? И хрен пойми, кто из них лучше. Типа, я же не знаю. Что у нас тут? Ледяная хрень какая-то. Блин, сложно. Ну, давайте сохраним, пофиг. Пусть будет вот этот чел. Без разницы. Что этот крутой, что этот крутой. Окей, я-то думал, мне дали по несколько раз открыть, а мне предлагают просто перевыбрать. Окей. Результат подтвержден. Это здесь... Возвращаться здесь. Ну, все, короче, вот это же. Боже, что ж так сложно? Что вы мне еще пишете? Вы можете выбрать один из сохраненных результатов гачи. Текущий результат гачи и перерисовать, чтобы подтвердить результат гачи. Пожалуйста, выберите один из следующих двух результатов. Нажмите на кнопку «Подтвердить результат». Собственно, выбора-то у меня немного. Да все, все, давайте, давайте. Подтверждаю. Вот это прикольно, что можно еще и гачу перекрутить, если тебе не понравилось. Вот бы так в БР было, прикиньте. Открываешь, не понравилось, еще по новой. Блин, ну этого чела я тоже хотел. Так, какой-то черт выглядит сильно. Еще какой-то черт выглядит нормально. Так, что у нас тут на почте? Собираем все. Собираем все, я говорю. 10 билетиков. Какая-то женщина. Не знаю, как ее зовут. Почему-то не хочет сейчас собираться вот этой кнопкой.
Или я просто не туда жму? Нет, она просто не хочет. Ладно, пофиг. Так, у нас еще билеты есть. Мы можем открыть еще какую-нибудь витрину. Опа, это что такое? Это какие-то персонажи... О, Аста СССРовский уже. Ями. Это не каноничные, я смотрю, да? У них костюмы какие-то. А, пофиг. Ну что-то мне подсказывает, что вот это вот... А, нет, это ивент. Я думал, это старт. Блин, не знаю. А ее нельзя открыть, окей. Не знаю, давайте откроем вот этого чела. Мне просто нравится, как он выглядит, и все. Будет тут что-то или нет, интересно. Так, что-то у нас тут есть. Уже не пусто будет, окей. Скилл. Какой-то черт. Скилл. А, вот этого я помню. Окей. Это СР? СР, окей. Блин, это скилл на него дали. А персонажа можно? Фу. Чё за кал? Блин, подождите. А тут только... А персонажа можно? Вот я обосрался. Открыл, получил только скилл. А персонажа нет. Ну ладно. Хреново. Так, магазинчики, само собой, конечно же, донат. Куда без этого? О, в гривнах показывает, нифига себе. Не, ну донатить мы, конечно, все равно не будем. Так, у нас тут бесплатный билет. Ну, скорее всего, это не для открытия, а для каких-нибудь прохождений миссий, что-нибудь такое. Что еще у нас тут? Достижение. Почему кнопка не работает? Собрать все это, по идее. Но она не хочет собирать. Так. А, ну это витрина. Бесплатка у нас тут есть. Ну, давайте лутанем говна. Потому что ничего нормального здесь не упадет за бесплатно. Давай, 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 давай. Кандалы какие-то. Хер пойми, что это за кандалы? Чей скилл? О, у нас тут гарант есть. Гарант будет на 200-е открытие. Может быть, мне нужно было это открывать. Потому что это ивент закончится через 6 часов или 6 дней, непонятно. А вот это у нас будет вечно. Не, ну если я, конечно, потом достану этого чела как-нибудь, то у меня на него будет скилл. А если нет, то печально. Да ты обосрался, блин. Так, где мой отряд поменять можно? А ну-ка. Mage info. Он, по-моему, ядовитый какой-то или хер его пойми. Не помню. Что-то у него с ядом связано, мне кажется. Богомол. Угу. Давайте его качать как-то. А на него скиллов-то и нету. Капец. Что это такое? Это можно что-то поставить куда-то? Окей. А почему это нельзя? Ну, давайте ставим вот этого хрена. Это что? Тоже можно? Можно. Но зачем? Мне кажется, вот это будет лучше. Ничего не могу прокачать пока что. Тут тоже мне ничего нет. Тут, наверное, нужны какие-то особые ресурсы для него. Так. Ну, хотя бы уровень поднимем. Пока что больше ничего тут нету. Магазин опять-таки. О, халява. Халява — это хорошо. Ну и, собственно, все. А можно как-то поменять персонажа, чтобы у меня бегал кто-то другой? Ладно, видимо, пока нельзя. Ну, давайте сходим один раз, сразимся. Чисто потестим этого челика. И на сегодня уже будет все.
Так. Давайте-ка сюда его поставим. Вместо Асты можно поставить? Хотя, наверное, не нужно. Можно, но не нужно. Хотя, давайте поставим все-таки. Я думаю, мы и так их завалим, но хотя бы просто потестируем. Блин, надо было, кстати, в настройки зайти, графику изменить. Наверняка можно лучше сделать. Так, good. Окей, это уже понятно. Это мы знаем, да, это мы знаем по БРу. Что у нас тут есть? Я так понимаю, это парный скилл, непонятно с кем. А, с этим. По всей видимости, это с ним. А давайте сразу начнем с ульты, пофиг. Ничего так, ничего так. Выглядит прикольно. Так, Грет, Грет, Бет. Ну давайте, фигачим. Что-то как-то скромно, но в принципе тоже ничего. Будем всех ультовать сейчас. Угу. Тоже неплохо. Ну и ты что нам тут покажешь? А у него довольно красивая ульта. Даже больше не понравилось, чем у него. Давайте обычный скилл. О, это что это? Хилка или баф какой-то? Кто у меня следующий атакует? У меня атакует этот черт, поэтому давайте его. Забафаем как-то. Капец, мы четвером, четыре мага собрались гасить оленя какого-то. Тупо зверюшек бьем. Так. А, ну это баф самого себя, я так понимаю. Да. Скорость увеличил какую-то. Криты. Угу. Зверюшка лечит своих. Окей. Ля, сколько урона. По этому персонажу могу предположить, что он... У него высокий урон и высокий крит. Ну, блин. Выглядит как разбойник, знаете. Как класс разбойник именно. У разбойников постоянно высокий урон. Дофига крита там. Ну, это мое предположение. Ля, морда. Так, ну и выходим. Что ж, на этом буду заканчивать видео. Что хочу сказать по игре. Выглядит круто. Я не фанат игры, но мне понравилось. Поэтому, скорее всего, дальше буду играть. Время от времени, может быть, еще будут видосы. Если вам это понравится. В общем, напишите в комментариях. Ссылки оставлю в комментариях, в описании, как скачать игру. Может быть, даже гайд запишу, если кому-то он опять-таки нужен будет, не знаю. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Фимета, и до новых встреч. Всем пока.